Теперь Юрий Зубрилов сложный перекресток на проспекте Ленина проходит уверенно. Новые звуковые приставки сделали переход гораздо проще. А раньше на него приходилось тратить немало времени. Если нет светофор, приходится ждать. Послушать машины, если встали, тогда можно идти. Ну а теряется какие-то там время какое-то, и иногда не успеваешь. А здесь вот при помощи светофора можно сразу начать движение. И еще, когда он звучит на противоположной стороне, ну, на слух можно определить направление точнее. Но удобство для слабовидящих иногда создает дискомфорт для других граждан. Жители соседних к светофору домов жалуются, что ночью сигналы мешают спать. Коммунальщики этот недостаток устраняют установкой современных звуковых приставок. Если светофорный объект расположен непосредственно в жилой застройке, то в ночное время возникает проблема с жалобами жителей. Современные приставки принципиально работают от контроллеров светофоров, которые позволяют в случае уже крайней необходимости в ночное время звук отключать. В Самаре функционирует 275 светофоров, более трети уже оснащены звуковыми сигналами. В этом году еще 15 светофоров войдут в этот список. Завершить работы по установке собираются до конца ноября. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.